пятой компании. Остальных это не бомбит, правда. Так, на уровне просто делается. Чем я занимаюсь? Обманываю людей профессионально и не получаю за это привода в милицию. То есть делаю шоу, как кино, как театр, только с брендами, только в СМИ. Не на сцене, а вот как мухи съели пограничника там. А, мухи съели пограничника, девушку, девочку половоду ее воспитали раки. Вот, но только так, чтобы там фигурировали бренды. То есть, если девочка упала в воду, то ее спасли наручники, там, Рибок. А если мухи не съели пограничник, потому что он побрызгался Раптор. Вот такие штуки мы делаем. Кто-то понимает, кто-то нет. Но большинство, я думаю, нет. Мне кажется, и не надо, чтобы понимали. Для меня это всегда было творчеством, но в последнее время это даже это менеджмент. Вот последнее время для меня это менеджмент. То есть я уже там раздражаюсь, когда мне звонят по согласовать какую-то там маленькую фигулинку в маленькой там стратегии. Мне уже интересно просто свести людей так, чтобы они сами что-то уже вырулили там такое крутое. Вот. А так, в принципе, вот для меня последнее время это менеджмент. Значит, разброс от 150 до 3 миллионов, такой вот как бы широкий диапазон. Но вот если посчитать все прикинуть, то он после, как раз мы недавно считали средний чек, умножили входящую сумму на количество заказов, все такое вот как насчитается, получилось у нас 350, что ли, вот так вот. Ну, наконец-то он стал уже юморить, так скажем. То есть последняя серия это вообще такой классный сюрреалистично-троллингализм. В пиаре лучше парадоксы применять, самоиронию, стёб. Вот это такое именно, знаешь, как бы пиар ближнего боя. То есть там самоирония это лучшее, что может тебя спасти. А если как бы пиар дальнего боя, что это такие стратегические бомбардировщики, то это уже, знаешь, там, переформатирование мира. То есть вот, что на рекламах должны быть не красивые люди, а уродливые люди. Вот это в целом как бы вот, ну, знаешь, поменяли целую прям, блин, парадигму. А вот эти вот как бы самоироничные штуки, это уже ближний бой. Политики, да, были. Ну, немного их было, на самом деле, потому что мы тут не специализируемся. И прям чем-то таким, знаешь, и похвастаться я бы не... То есть мы не избирали кого-то там в депутаты, в мэры. Я сам избирался в мэры Нефтеюганска и занял по интернет-голосованию там первое место. Но избирали не интернет-жители, а совет там старейшин города. Поэтому без шансов победить. Вот. Сколько компаний? Хороший вопрос. У всех, у кого логотип написан белыми буквами на красном фоне. Вот все наши клиенты, в принципе. Они по духу похожи. KFC, да. Ну как был. Я и сам его на себе женил. То есть они даже не просили прям, типа, не просили им даже помочь. Короче, мы просто выступили Робин Гудом и вот сделали крутой кейс еще, просто бомбовый. А так это кто? Ну вот у нас были вот именно и есть клиенты, Супра, например, МТС. Они вот белые буквы на красном фоне. И я понял, что вот их много прям. И решил эту тенденцию продлить. Вот всех, у кого такой логотип, все к нам. Coca-Cola там, может быть. А Toyota вот наш клиент был. Потом Dongfeng, по-моему, тоже красный логотип на белом, с белыми буквами. Вот это наши все люди. Недовольный клиент, да, который счел себя таковым, ну, даже не клиент, а инвестор клиента угрожал. Ну, это клиент был, это просто пиздецовый пиздец, я писал про него в Инстаграме, это экстрасенс США была. Нам сказали, не надо работать с ней, не надо там, типа, не советуем. Я думаю, ну, я вас понял, я вас слышал, но решил попробовать.
непросчитываемость, то есть не оцифровывание результатов. Вот, потому что я как бы всегда этих отчетов страшился, то есть мне вот эти вот все отчеты ради отчетов, да, то есть как бы это, ну, ты за толстыми страницами скрываешь как бы результат или отсутствие чаще всего результата, поэтому я старался и стараюсь все акции делать так, чтобы не надо было никаких там каких-то выкладок там, вот, знаешь, сами клиенты присылают, вот как бы это, сейчас покажу тебе, присылают их результаты. То есть мы даже не спрашивали. Они присылают, допустим, вот такие вот штуки. Вот, к примеру, там, да, БЭМС, там, охват упоминаний. Мы даже не просили там, вот, смотри, какой пик. Видишь? Херак, да, там, в небеса уходит. Или там, сейчас еще покажу. То есть вот мы, во. Видишь, там, визиты, переходы из социальных сетей, тысячи с чем-то. Сейчас там мне во, видишь, визиты плюс 27979%, сука, вот, то есть доля новых посетителей там плюс 44, то есть, ну, короче, прям вот это вот я понимаю. Вот что тут еще скажешь, вот такие компании я люблю. А так, в принципе, все остальные надо бы оцифровать, чтобы они просто быстрее продавались и делались. Где-то в среднем 1/5, 1/3, где-то так. Мы доделываем, мы до результата работаем. То есть не стрельнул, мы следующую вкидываем. Бывает один из одного прям. Знаешь, вот. И причем это я вспоминаю, вот один из одного, и акции всегда стреляли аж до топа 2 Яндекс новостей. Из первого раза. То есть вот бывает вот такое, знаешь, прям клиент согласен. Это прям нерв общества. Давай, короче, давай. В первом случае мы убедили, я прям продавил эту идею и вообще просто бомбанул. А во втором случае сам клиент пришел. У нас такая типа есть идея, как ее докрутить. Мы там буквально чуть-чуть довернули. Херак, короче. То есть, что тут еще считать? Не надо даже считать, мне тоже присылали вот такие графики там. Вот такая, короче, тема. Ну, это раскрутка Ютуба. Че, он уже в Ютубе как бы хайпит. Каждую неделю что-то выходит. То есть человек занялся Ютубом. Вот так нужно раскручивать, сука, Ютуб. А не как там, блин. Купим постик там, нальем трафик там. Ну, такие все как бы методы для офисных работников, в принципе. Ну, это нормально, то есть, потому что 90% их делает. А вот как бы так хайпить могут только, наверное, 5% из всех людей. Ты мне дал контакты Мэша, и я списался с редактором, он мне сказал, что Лебедев даже закупал у них вот эту новость, чтобы они ее разместили у себя. Да ты что? Ебать, я не знал. То есть это даже не органика, это он прям вот вкладывался в это, чтобы ее разослать. Я не знал. Молодец. Ну, обязательно моих, конечно, приведу, которые можно. С самолетом классно получилось. Самолет с кукурузой, да? Да, с кукурузой. Я, кстати, видел, как ты в чате размещал эту новость. Ага. Прям при мне было. Я еще подумал, нет. У меня яйца не такие большие, а там чувак это согласился. Да. И такое бывает, знаешь, я две акции придумал для чувака, он занимается ICO. Я придумал одну акцию «Криптогипнотизер», вспоминает пароли к биткоин-кошелькам. А вторая акция была, что... Сука, как же там было-то? Короче, еще какая-то крутая акция. И сначала, короче, бамс одна стреляет. А, горячие линии для владельцев биткоинов. Если он падает, типа это, звони, и тебя психолог как бы направит на нужный... То есть я ему прислал эти акции. Типа, Саша, смотри, вот так можно хайпануть. Он такой, ну, типа, я подумаю. И, короче, ушел на вечное обдумывание. Потом я ему, бам, присылаю. Зырь, короче, вышло. Он такой, молчание. Потом проходит, я говорю, ну что, будем делать? Молчит. Я говорю, хера, короче, вторая взлетает. Международный резонанс. Молчит. Потом мы с ним познакомились на МЗС. Я говорю, Саш, что, как тебе? Вот я, видишь, я тебе прислал идею. Вот как она залетела. Он говорит, блядь, я кусал локти. Ну, это жестоко было, конечно. Вот так. Я говорю, ну вот все, больше не это самое. Долго не думаю. Ты знаешь, когда сам дарю
не обидно. А когда я вот типа даю, кто-то делает, потом присылает, ну хотя бы там, знаешь, типа без спасибо, ну да, что-то такое есть, блин. Вот. А так в основном я же, блин, вот я для этого их и дарю, чтобы делали. То есть буквально там в одном случае из 100 я могу как-то, так подумать, чего он даже спасибо не сказал. Вот. А так, в принципе, берите, делайте, идей очень много. Мужики. Почему? Ну, во взрывном пиаре мужики. Почему? Я там даже женщин не знаю. То есть это вот, это как философия, это мужская наука и искусство, можно сказать. А в классическом пиаре больше женщин. Классический — это рассылка пресс-релизов, организация пресс-конференций, капание на мозг журналисту, возьмите нас интервью, пожалуйста, мы хорошие. Ну вот это вот, короче, такая, знаешь, как бы продажи, мягкие продажи спикера. Взрывной пиар ты придумал термин, да? Да. А взрывной пиар — это именно вмочить кому-то. То есть, чтобы все охерели. Чтобы, ну, короче, как олигархи говорят, всех трахнуть. Вот это как бы взрывной пиар. И там реально я женщин не знаю. То есть там кто? Олег, Антон, Иван, может быть, отчасти Макс. Так. Можешь по фамилиям назвать, тем, кто не разбирается. Так, Антон Вуйма, Олег Воронин, Иван Макаров. Ярослав Федосеев и Макс Перлин, наверное, отчасти. Вот, в принципе, все, кто эту теорию и практику исповедует, так скажем. Кто-то по-разному это называет. Вот. Но там тоже Ярослав говорит, я когда прочитал твою книжку, говорю, блин, я же взрывным пиаром занимаюсь. Анатолий Аронов. Мэтр просто фейков. Я ведусь на его фейки. Женщин, девушек нету здесь. Слабо. Ваду просрали там. Что-то еще просрали. Ну, как не занимается, короче. То есть какие-то свои вопросы решает, а так не занимается. Ну, что, Газпрому цена могла быть выше. Мы могли там всех купить и выиграть там. Или наоборот, со всеми отношения. Купить, условно говоря, хороших пиарщиков, они бы отношения установили со всеми. Что-то такое вкинуть, чтобы все прям засмотрелись. Ну вот, как бы, да, там, Крым, там, Олимпиада, чемпионат мира, вот это круто, это прям вообще супер. Ну, дальше, вот, что мы с Вадой не отстояли, что-то упустили такое. Поэтому, ну, в целом классно, но можно было и лучше. Когда все попробовал, когда уже все каналы Ленгена исчерпаны, все уже выжато, как полотенце, и ты не понимаешь, куда еще можно вложить деньги, чтобы поднять конверсии, тогда пиар. Или если наоборот вообще ноль денег, ни на что нету, то тогда тоже хайп с голой жопой, беги по Красной площади или на чемпионате мира в финале лиги. Да, ну, кстати, как, да, ты эту акцию оцениваешь? Классно. У нее 100 тысяч прироста было в Инстаграме. 2 миллиона. 2 миллиона? Они же два раза, по-моему, это делали, да? Ну, сначала Виталий, ее как бы муж. Угу. Лет 5, может, или 4 назад, потом она. Круто. Ну, обоих классно. По-моему, Конор больше в итоге зарабатывает. Ну, не знаю, какие там налоги, но у обоих круто. У обоих очень классные заходы. И у Хабиба, кстати, тоже были хайпажорские акции. Он заставлял бомжа отжиматься, например. Где-то я слышал в интервью, такое проскакивало, да. Ну, то есть, как бы в инсте он идет там, типа, кто-то там, ну, бомж, да, и он говорит, давай отжимайся. Он отжимался. Ну, такое, что-то было, я не видел, но вот про это прям рассказывали, когда там кто-то его интервьюировал. По-моему, Тинга Делаки даже, или вот кто-то такая. Кому, когда, в какую программу, зачем. Ну, скажем, к Урганту, либо к Малышевой, либо на РЕН-ТВ. Ну, к Урганту только с хайпом, либо нужно стать супервеликим. Они сами определяют, да? Да. А хайп, да, тоже они сами определяют, только в хайп ты попадешь как бы в подборку новостей. Вот мы два раза попадали, один раз я, другой раз клиент. Как гости не попадали. К Малышевой это классический пиар.
У нас доктор ходил, и даже не один туда. А, кто сейчас сказал? РЕН-ТВ. А, РЕН-ТВ, да, это вот делаешь НЛО. И ты уже на РЕН-ТВ. На РЕН-ТВ легко относительно. Конечно. Можешь привести пример? Ну, вот кукуруза. Продажа той самой кукурузы. Продажа индульгенции со скидкой до конца света. До конца света именно. Угу. Купи месяц жизни с миллионером до 14 февраля. И вот недавно был, iPhone вышел с тремя камерами. И мы как бы сказали московскому кафе Gelato, Mind Gelato, выпустите это мороженое с тремя шариками. То есть мороженое было под iPhone. И все, кто купит iPhone, могут бесплатно взять это мороженое с тремя такими вкусами. Ну, собчак, бургер с кониной тоже ситуативный был. Ну, смешно. На выборах. Становится. Как стать пиарщиком? Много тренироваться. Много придумывать идеи, много вбрасывать, много со всеми общаться. То есть нужно много подобных клиентов. Нужно много активности совершать, нужно много итераций делать со всеми, выискивать. Бывают жемчужины. Пиарщики, как сапожник без сапог. Хороший пиарщик, но сам себе ничего не делает. Бывает. А почему так? Ну, считается, что это профессия для тех, кто в тени. То есть зачем знать пиарщика, если знать должны клиента. Кто-то этим руководствуется. А кто-то, например, светится, чтобы клиентов найти. Такая может быть стратегия. То есть вот политических пиарщиков они в основном не светятся, потому что у них круг клиентов очень ограничен. У них может один клиент 30 лет идти. Зачем ему светиться, еще кого-то привлекать? Ему все устраивает. Там в других случаях, например, там нам нужны клиенты, поэтому мы делаем определенные пиар-шаги. Тоже всякие каналы тестируем. Вот. Но работают по-прежнему два суперканала. Это выступления и книги. Другие мы пробуем. А, телеграм-канал еще классно работает. Ну, мы вот пиаримся. Мощного самопиара. Есть идеи уже. Они уже все разработаны. Ну, цена такая достаточно вменяемая. Поэтому, да. Самопиара мощного. А что это значит? Самопиара. Ну, видите во всех новостях про нас. То есть решил себя пиарить, да? Да. Потом ждем, все-таки оцифруем наш подход, чтобы доказывать на цифрах эффективность. Выйдет у нас логотип в студии Лебедева, выйдет у нас маркетинг-кит новый. У меня, кстати, вопрос, как ты считаешь, вот то, что... И патентованный знак у нас еще будет. Вот этот логотип Лебедева, который все блогеры срут, это пиар-ход Лебедева? Ну, это продукт, доступный продукт. Но это даже, как сказать, не трипфайр, но что-то вот такое вот, как бы, из... Типа легкого шага. Просто что-то как-то странно, что вырост. И Хованский засрал, и Усачев засрал, и там многие как-то вот, ну, как будто бы это прям какая-то вот запланированная. Ну, они засрали, этим самым раскрутили. Ну да, 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 я к этому. Что последний нет? Вопрос по поводу засрали и раскрутили тем самым. У нас в России люди любят желтуху. Правильно, как говорил Шнуров, наш народ любит всякое говно. Как ты считаешь, у нас в России пиар отличается от пиара за рубежом? Нет. Те же самые технологии. То есть тот же самый follow-up, те же самые вирусы. Только там обороты больше, там за это больше платят. Ну, не в разы прям, но в несколько раз больше. То есть, например, мы сделаем кампанию за 50 тысяч долларов, а там это будет 150 стоить, если не 500. Примерно такой разброс. Поэтому, ладно, еще на рынок будем выходить. Лондон и Америки. Спасибо, Ром.